Лето – прекрасная, удивительная пора. Период отпусков и школьных каникул, и, естественно, проблем. Как быть, к примеру, с отдыхом детей? Отправить в лагерь, на дачу, взять в отпуск с собой? А если ребенок по тем или иным причинам вынужден остаться дома, в городе, как здесь организовать его досуг? Вот эти девочки и мальчики не уехали на лето из Москвы, но, как вы видите, они ничуть не огорчены. Каждый день ровно в 10 ребята собираются в парке «Сокольники», где организован городской пионерский лагерь «Чайка». И как и в любом загородном лагере, день здесь начинается с утренней зарядки. А затем можно играть в настольный теннис, кататься на качелях, полазить вот даже по таким занятным деревянным фигурам, посидеть за мольбертом. Те, кто любит природу, много интересного могут узнать о жизни леса, птицах, цветах, в кружке «Юный натуралист». Но, пожалуй, самую большую радость доставляет ребятам бассейн. В тот день, когда мы снимали, здесь проходил водный праздник. И каких только конкурсов тут не было, даже корабельных токов. Словом, в лагере «Чайка» каждому ребенку находится дело, которым он всласть от души может позаниматься.